7-м микрорайоне состоялось открытие спортивной игровой площадки, которая благоустраивалась в 3 этапа в процессе реализации проектов «Все в наших руках», «Все в наших руках 2» и 3. На праздничном мероприятии присутствовали почетные гости: заместитель председателя районного совета Сергей Гончаров, заместитель главы города Юлия Демидова, председатель местного отделения Союза армян России Геворг Саакян. Вспоминаю, какой здесь был пустырь. Ничего не было, только горы мусора. И по вашей инициативе, по вашим просьбам, по большому желанию совета микрорайона, вот здесь сегодня мы с вами можем уже сидеть на лавочках, дети наши могут в этот момент на карусельках, на горках играть, и дети, которые постарше, могут заниматься на тренажерах. И проект предусматривает еще и занятия с тренером. Я хочу вас очень попросить, дорогие жители, пожалуйста, поддержите Викторию Ивановну, пожалуйста, сохраните то, что вы делали вместе с ней своими руками. Поздравляю вас с наступающим праздником. От всей души желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой. И чтобы все-все ребята, которые сейчас там, вернулись обязательно домой поскорее с победой. Изначально здесь была установлена футбольная и волейбольная площадки. Затем детская игровая, и уже в рамках проекта «Все в наших руках 3» появились тренажеры. Мы очень благодарны нашему губернатору Кубани, Кондратьеву Вениамину Ивановичу за то, что нас поддержали. И мы построили такую вот большую, здесь было чистое поле. Мы это все организовали в 3 этапа. Первый этап у нас был, мы получили денежное вознаграждение 500 тысяч за лучший орган ТОС. В том году, в 2023 году, мы реализовали проект «Все в наших руках 2», и теперь мы в конце 2023 года выиграли проект «Все в наших руках 3» на установку спортивных тренажеров. У нас установили 5 спортивных тренажеров, детский воркаут и спортивный воркаут для наших детей. Ну, конечно, я уже могу сказать с гордостью и с радостью о том, что жители моего микрорайона очень довольны. На площадке с мая по август спортивный тренер проведет занятия с разновозрастными группами здоровья на тренажерах и в зоне воркаута. Будут организованы спортивные и культурно-массовые мероприятия. Это место станет центром притяжения жителей 7-го микрорайона от мала до велика. Мы очень рады, что нам сделали тренажеры. Мы все время любим тренироваться на тренажерах. Также я люблю играть в футбол. Мы с папой и с братом, и с моими друзьями высадили здесь недалеко целый парк сирени. Я уже попробовала на всех тренажерах везде. Прикольно, интересно, и мне больше понравился тренажерка, где как лыжи. Площадка – главный подарок для всех жителей микрорайона Северный в преддверии Дня Великой Победы. Лилит Саакян, Георгий Сопов, Лапмедиа.